LOL OMG Lights – это новая линия куколок Fusion на 2020 год. И в этом видео я вам покажу первое изображение этих четырех красоток. Все куколки имеют некоторые особенности, которые можно будет увидеть только в темноте. Куколки LOL OMG будут идти с 15 сюрпризами. Интересной деталью коробочки является изображение куколки на обложке. Если сдвинуть изображение, оно станет черно-белым. А если поставить его обратно, оно снова раскрасится. В коллекции 4 куколки. Это куколка Groovy Babe, старшая сестренка Beatnik Babe, куколка Speedster, старшая сестренка Drag Racer, куколка Dazzle, старшая сестренка Glitter Queen и Angel, старшая сестренка Shapes. Одной из особенностей этих куколок – это их глаза. Посмотрите, какие они интересные, со спиральками, как будто они были под гипнозом. А вот куколку LOL Speedster мы уже видели вместе с новой машинкой Кабриолет. Если вы еще не видели это видео, то ссылочка будет в описании. А вот и Dazzle. Но это еще не все новинки в мире куколок LOL Surprise. Вы только посмотрите на эти шарики. Это новая серия шариков куколок LOL. Я бы ее назвала 8-й. Представляете, 8-я серия куколок LOL Surprise. И называется она Light Glitter. Это серия 2020 года. Здесь нас ждет новый сюрприз. Как можно увидеть из описания к этой серии, то каждая коробочка будет поставляться с батарейками. И эти батарейки будут идти для мини-факела, мини-фонарика, с помощью которого можно будет раскрыть скрытые детали. В серии LOL Light Glitter всего 12 куколок. Посмотрите, какие они необычные, прикольные. А вот эта вот куколка с гипнотическими очками, которая изображена на обложке, она очень крутая. Мне она нравится больше всех. Ну а если вы хотите узнать об этих куколках побольше, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайкосик этому видео. Всем пока-пока!